Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Мегакул, мы продолжаем Blair Witch. И мы находимся в лесу. Как бы это ни было странно, после серии достаточно большого количества трипов, мы покормим еще раз Буллета, потому что игра после перезахода решила, что сохранение это не ее тема, и мне пришлось полностью перепроходить кусок, где нам нужно было бегать по полю с листьями. Это не заняло много времени, но тем не менее. Вот, ну и, в общем-то, пока мы сейчас будем идти, я хочу пару слов все-таки сказать по поводу того, что я думаю насчет всего, что здесь происходит. Я, если честно, имею пока что очень весьма смешанные чувства, и это вот не то чтобы хорошо. Игра пока что не особо удивляет, скажем так. Она не особо пытается, но... У нее, вот если честно, даже не особо получается давить атмосферой, да, хотя какой-нибудь в это время Outlast, который как хоррор, вторую часть особенно, который как хоррор очень хреновый, но при этом я могу признать, что атмосфера, и оно дает очень хорошо. Здесь этого не происходит. Может быть, со мной что-то не так, я не знаю, но, в общем, мне не страшно от слова совсем. Больше что-то нашел. Больше нашел фотографию с именем... Примислав? Что между R и I находится? Какое-то имя определенно, но я не знаю такого имени, к сожалению. Примислав? Примесло, не знаю. Вот, но также в игре наблюдаются определенные проблемы с оптимизацией, об этом много кто пишет в Стиме. Вот, но просто вы не можете этого видеть, потому что у меня железо значительно выше, чем нужно. А, эти твари будут нас... Теперь преследовать, да? Вот, ну а еще хочу сказать, что главный герой дебил. Да, я думаю, что никто не будет с этим спорить. Главный герой дебил, а какая-то вот, не знаю, геймплейная составляющая. Мы ходим по скриптам, ну, вы чувствуете, да? Мы просто ходим по ключевым событиям, где меня пытаются... мы можем пойти либо в лагерь A, либо на лесопильню. Туда мне не очень хочется, потому что там нас нафиг убьют, поэтому пойдем в лагерь. Ну да. Ты что-то нашел? Или нет? Во-первых, ты гудбой. Пойдем, Буллет. Нам нужно еще выжить здесь. Вот, главный герой идиот, а мы ходим по скриптам, да, это, в общем-то, нечто, которое я готов. You have one new message. Sierra, Hotel, Echo, Inferno, Slaughter. Это мы уже прослушивали. Подожди, я хочу Джесс позвонить. Я просто не понимаю, мы вообще в реальности находимся или нет? Hey, Jess. Oh. Hey yourself. What's up? You know, just checking in, checking up. How are you? Wow, that was smooth. You're a regular Don Juan. Oh, hey. I see you run around a dark, muddy forest for a while. It doesn't really help with your romancing skills. Speaking of which, any progress? Jess, there's something really messed up going on in these woods. Okay. If you're trying to scare me, it's working. Sorry, no, I can't explain it now. I wouldn't even know where to start, just listen. Stop it, Ellis. Whatever it is you want to tell me, you can do it once you get back, okay? I am... Ellis, I don't
not yet. Sorry, Jess. I gotta go. Talk to you soon. You'd better. Почему он не может? Что тебе мешает вообще? Какой вообще? Что тебя держит в этом лесу? Элис, у тебя проблемы. Ты видишь галлюцинации просто в бесконечном количестве. Что сообщение? Опять сейчас будет всякая неадекватная. Ага. С Элисом что-то произошло на водне, и теперь у него, короче, синдром, я не помню, как он называется, короче, ну, послевоенная херня, он не может от этого отойти, из-за этого вид галлюцинации, от этого даже у него были проблемы с работой. Однако, ему выдали буллет, и у него якобы теперь все хорошо. Почему, твою мать, ты приперся в лес в одиночку на поиски мальчика? Есть огромная группа людей, да, типа, они, может быть... Не самого умного рода, но тем не менее у них больше шансов не отъехать в этом лесу, короче, когда они вместе. Нет, мы должны припереться сюда, зная там о своих ментальных проблемах, которые определенно будут мешать в любом случае существованию. Но нет, мы сюда приперлись, и теперь, когда здесь что-то происходит непонятное, мы уже пережили определенное количество галлюцинаций, которых на самом деле не происходило, и была даже паническая атака, судя по поведению. Мы хотим все еще остаться в этом лесу. Да. Да. Опа. А что это сейчас было такое? Почему так резко потемнело? В общем-то, есть управление, значит, вагончиком. Ну, типа, вперед-назад, тормоз, направление. Ага, то есть по логике мы должны, короче, нажать вот сюда. А, он так работает. Значит, тормоз должен... Вот это тормоз. Где вперед-назад? Надо вперед-назад. А направление, подожди. Ну, поехали. Я правда уверен, что-нибудь сейчас произойдет, пока мы будем ехать, но... Просто имею в виду, но тут же явно ничего хорошего не произойдет. Так, секунду. Как я... Что за бредятина? Как мы здесь оказались? Ну, тут меняется реальность в этом лесу. Looks like some kind of a winch. Gotta be a way to turn it on. Возьми, пожалуйста, медальон. God. I'm so sorry. Это жетоны, скорее всего, тех солдат, которые умерли вместе с Элисом, где бы они ни были. Ну, я говорю, Ирак или Афганистан. Locked. Окей. Кассета. На кассете будет открыта дверь.
Окей, дверь открылась? Да. Так. Почему мы находимся сейчас вот здесь? Окей, вот здесь находится гараж, лагерь, лесопилка. Мы, получается, приехали вот отсюда. Угу. Хорошо. Паровой двигатель. Деревообрабатывающая компания Tepe East Creek, лес Black Hills, округ Фредерик, штат Мэриленд. Свисток, клапан безопасности, индикатор давления, напорный клан, топка. Окей, буду знать. Гидри, мы только что получили новую партию. Зайди в ремонтный цех и забери запчасти, которые просил, Роберт. В общем, по карте нам туда и нужно. Угу. Нам, значит, надо что? Запчасти, которых здесь определенно нет. Да, потому что надо там и поджечь. Ну, значит, мы сейчас поедем. А поедем мы налево. Налево при возможности, да. Так, сейчас надо понять, где мы выбираем direction. А, ну тут, в общем, да, есть небольшая проблема. Мы немножечко переборщили. Такое бывает иногда. Да, нам, в общем-то, нужно вот это вот убрать, но у нас, к сожалению, нет пока что возможности это сделать. Поэтому мы поедем назад чуть-чуть. Чтобы я мог уехать сейчас налево. Единственное, я все еще говорю, я не понимаю, где находится... Тут должна быть где-то, блин, какой-то рычаг. Ну-ка, подожди. Direction. А, окей, подожди, тогда, может быть, это значит, что надо... Я понял, какой direction имеется в виду. Напоминает это Exodus метро. Мы в нем делали ровно то же самое на первой карте. Буллет с нами. Буллет с нами, можно ехать. Твою мать! Вот это ладно, это было неплохо, но этот скример сраный. Причем вот хоть убейте, я знал, что что-то будет, потому что я видел какую-то красную дичь, но... Скотина. Генератор, конечно же, не включится, ну, естественно. Ага, а куда я под... Буллет, я тебя не вижу. Я вот, я правда, я ориентируюсь вот, вот, ну, не по буллету совсем. Конечно же, здесь все завалено. Я даже не сомневался. Деревообрабатывающая компания Tepe East. Список запчастей на 26 июня. Так. Индикатор давления, шлифовальный диск, приводной камень, медный клапан, тканевый шланг. Роберт, закажи еще клапанов. Лагерь Б забрал последний для своего двигателя. Это намек на то, что мне нужно будет доехать до, типа, лагеря Б. Anyway, мне здесь все еще нужно найти какую-то деталь. Вот здесь можно пролезть. Ну, здесь можно пролезть, но, Элис... Ты хочешь чего, чтобы я сейчас сделал? А, ты хочешь, чтобы буллет залез туда? Ну, но это сомнительная идея, типа, ты тоже можешь это сделать, причем абсолютно спокойно.
Буллет, вылезай оттуда. Вот так, правильно, правильно, через стену. Она немного побитая, но, я думаю, работает. Все, валим отсюда. Конечно, темень, это не очень. Буллет с нами. Будет очень неловко уехать как-нибудь без него, но я думаю, что это невозможно сделать. Так, там тоже что-то красное. Так что готовьтесь к тому, что сейчас может быть что-то типа... Пшааа! Ну, вот это вот, знаете. Стой! А, нет, все нормально. Вот так вот мы приезжаем. Это просто экстренная остановка. Так и нужно. Нам именно сюда. Хотя можно было проехать вперед. Вряд ли там что-то есть на самом деле. Поэтому ладно, пойдемте в лагерь. Господи, твою мать. Буллет. Которая не понимает, где находится противник. Где? Come here. Все закончилось. Я ни хрена не вижу просто. Я не понимаю, зачем так сильно в этих моментах убивать яркость, потому что до этого явно было все не так. Ну, типа, ночь, и ничего не должно быть видно, но... Блин. Так. Нам нужен генератор. Это оно? Это не оно. Что такое? Дайте поглажу, что ли. Может, того, чтобы он правильно начал противников вычислять, надо, блин, бить его, но типа я не буду этого делать, я. А чё от психолога? Неразборчиво, общая информация, причины направления. Пациента привели родители из-за сильных панических атак, бессонницы и лунатизма после психологической травмы. Рекомендую 3 сеанса терапии в неделю. В ходе предварительной беседы мне удалось установить следующее. Пациент активно избегает воспоминаний об инциденте. Он испытывает реалистичные ночные кошмары с момента инцидента. Возможно, это механизм приспособления. У пациента наблюдаются эмоциональный ступор и рациональная агрессия, отрицание инцидента. В целом, он крайне нервозен, возможен невыявленный невроз тревожности. Это про кого? Неизвестно. Про Питера? Ну, типа, сомневаюсь, что это про Питера. Так, а мы что-то, походу, еще дальше можем пройти. Ту-ту-ту-ту-тум. Что? На, идол. Короче, все еще жду мужика. Мы... Ну да, это, кстати... Вообще, это типа лагерь, но... Такое ощущение, что мы прям на лесопильню сейчас забрались. Так. Можно, кстати, наверх подняться. Походу, и надо наверх подняться, да? Как же сложно ориентироваться, когда вот так вот все. Вот это, кстати, похоже, да, на то, что нам нужно. Тут есть вот домик. В котором лежит еще один жетон. И записка.
Когда я забрал камеру того старого барлана, в ней было полно бессмысленной болтовни. Но я-то видел. Я видел, на что она способна на самом деле. Через нее я вижу в темноте и могу рассмотреть невидимых тварей, что в ней обитают. Через нее я вижу неуловимые для глаз вещи. Через нее я могу оглянуться на вещи, которые я делал. Она не даст мне их забыть. Позитивненько. Тем не менее, бесполезно. Так, ну типа вот отсюда я могу что-то снять. И это, наверное, клапан. Ей! Так, а теперь есть, короче, самый интересный квест в мире. Нам надо как-то вернуться обратно. Это нереально будет весело сейчас делать, поэтому пойдем. Вот отсюда мы куда идем? А, вот, ну мы же можем, но нет ни одной причины, по которой... Ну я понял, да, надо идти по страшному узкому пространству. Там просто, да, типа бревна, ветки, но там совершенно точно можно перелезть, то есть, и вот, ну, не париться вот с этим вот проходом, и просто максимально быстро добраться до нашего вагончика. Тем не менее. Кто-то думает иначе. Но я вот не понял, правда, сейчас была вот записка с невидимыми тварями. Это те же самые невидимые твари, с которыми я борюсь, или... Меня таки заставят пользоваться ночным режимом камеры, вот. Достаточно важный момент. Так, но вагончик уже вот. К сожалению, не могу долго бегать. Мы по приколу можем попробовать проехать вперед. Потому что там как бы явно тоже что-то есть. Я предлагаю сейчас это сделать. Просто глазком. Мы типа доедем вперед, если там будет тупик, то я просто, ну, поеду назад. Там закрыто. Да, там просто... А, не, хотя нет, смотри. А или мы круг так сделаем? А, я просто тупик. А, не... Знаете, в этом лесу крайне весело. Вот крайне весело в этом лесу. Однако удобно. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Просто в плане мы были только что... Где карта? Мы только что были, короче, вот здесь. Вот куда я показываю. И мы как бы выехали, типа, вот таким вот образом, как бы, но... Ну ладно, это было неплохо. А, нет, знаете, каким образом? Мы вот так поехали, да? И мы вот приехали в итоге вот... Тут портал! Там просто, очевидно, портал находится. Так, мы можем починить теперь лебедку. Все для этого есть.
сожалению, оно не работает. Мы можем воспользоваться камерой, я думаю, таким образом оно зажжется. Потому что там был момент, когда чувак, кто бы ты ни был, вот делает вот это. Мы, короче, прямо здесь, я думаю, остановимся. Вот, да, теперь оно горит. И мы можем... крутануть клапан, короче. Оно бесконечно так работает, да? Мне надо в какой-то момент... А, ну просто работает. А ты точно уверен, что мы хоть хотим найти этого ублюдка? Я имею в виду, у тебя нет оружия. Чем ты собрался его арестовывать? У нас нет оружия, у него... тоже нет оружия, но, как показала практика, это вообще не решает. Потому что чуваку пригодилась просто лопата. Для того, чтобы уработать шефа полиции. Поэтому я, ну, уж извините, но не знаю. Как-то это все странно. Да нереально, я не могу объяснить действия главного героя вообще. У него что-то... У него есть какая-то определенная замотивированность в происходящем. Он хочет это сделать очень сильно. Он хочет найти Питера, он хочет... Теперь он хочет уже просто найти придурка, который убил шерифа. Но... зачем? И почему эта мотивация намного серьезнее того, что мы находимся в одиночку в лесу, в котором бродят какие-то твари, и ловим еще галюны при этом. А мы, кстати, вернулись только что вот в штуку, где справа там эти шары. О, и свет появился внезапно. Потому что... Но, кстати, это потому что мы... Я знаю. Это потому что опять начались галюны, мне кажется. Потому что там логично, там лес просто густой сверху. И свет никакой не попадает. Так и должно быть. Здесь же... Что? 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 Я мало что решаю здесь, если что. Нет! А тут, я не знаю, может быть, просто уже ночь как-то прошла, не знаю. Вот это ты хочешь еще успеть проехать? Ну, как бы... Шанс-то есть, да. Все. Да. Мы приехали.
смотришь, это было неплохо. Немного форсажика, почему бы и нет. Одной из первых смертей, в которых обвинили ведьму из Блор, была смерть 10-летней Эйлин Трикл в 1825 году. Это произошло во время пикника по случаю дня урожая. Эйлин играла в ручье Тейпи Ист, когда по свидетельствам очевидцев из воды показалась призрачная белая рука и утянула девочку вниз. Несмотря на то, что вода в ручье едва доходила ребенку до колен, тело Эйлин так и не нашли. На следующий день ручей принес фигурки, связанные из веток. Вот так вот. Так, нам сказали, что тут работает штука. Мы, как только работает штука, мы звоним Джесс. Женщина, ты офигела? Я один в лесу, а ты занята? Чтобы я еще раз вообще хоть раз ей позвонил. Точно на том с иссами борется, 100%, блин. To explain, memories, bad memories. Listen to me, Ellis. You've been through a lot, more than anyone I know, but you survived because you're strong, and you will get through this. I know you will. You know, I know you won't turn your back, so I won't ask you again. Just once this is over, call me if you want to ride home. Thanks, Jess, for everything. Нет, Джесс, ты сюда не приедешь. Сюда ты точно не поедешь. Лесопилка. И, естественно, только в обход. На буллет по луже ему вообще кайф. Что заставило сейчас вот это действие произойти? Хе-хе, как-то немного. Знаешь. И очень тихо при этом, прям супер тихо. Невероятно тихо просто. Я что-то вижу. Идол. Я просто коллекционирую, понимаешь? Это важно. Так, ну, ночь, лес, лесопилка заброшенная. Что может быть хуже? У нас ничего нет. А Джесс, мы уже звонили. Добрый день. It's old, not abandoned. This again. Рафаэль. В смысле? А, ну да, она не заброшенная, окей. Просто реально звучит старая. Но учитывая, что здесь сейчас никого нет, предполагаю, что она как бы и заброшенная при этом. Погоня. Мужик с камерой кого-то пытается... Что это за мужик с камерой? Мы вот это узнаем 100%. Топор. Труп. Сейчас будет здесь. Так, подожди, а он его ударил топором? В конечном итоге, типа, он его ударил топором или нет? Что такое буллет? Буллету что-то не нравится в этой двери. Там, наверное...
Хотел бы я сказать, что здесь Ида, ну, типа этот... штука, руна, я не знаю, которую надо сломать на... В втором этаже как будто бы кто-то есть. Не шевелится. Булет? Как бы мне подняться на второй этаж? Блин, зараза! Ну, через дом, ну просто... А, подожди, вот еще какая-то тема здесь. Как открывать вот эти замки? Да, это я не открою в жизни. Но! Вообще! Ну хотя ладно. Ну, мертвый мужик. Это явно. Единственное, что я не очень понимаю, как вообще в принципе на этом... В этом здании работает второй этаж. Потому что вот здесь, например, ничего нет. А! Оказывается, что-то работало. Я его видел. Не ведьму и не монстра, а человека. Мужчина нес содранную человеческую кожу. Он меня видел и теперь идет за мной. Карвер. Нужно вбить нам на замок. Причем написано не самым лучшим шрифтом, скажем так, поэтому может быть все что угодно. Ну, в смысле, необычный человек это написал. Что за звуки? Это звуки дерева? Звуки, знаешь, как будто кто-то очень большой дышит, вот. Ты жив? А, ты пропал просто. Wait, чё? О, замотанные люди. Это второе мое нелюбимое после манекенов. Ну ладно, давай. А, флешбэк. Still fresh. Let me just. What? What? How? Jesus Christ! What the fuck just happened? We didn't have a chance. The sun went right into the cauldron. Pulled him in and his face. Мы только что видели лицо человека, которого ищем. Или сопилка, главное, заработала. Булет? Так, твою мать. Сейчас аккуратно.
fucked you. You killed Lanning. Did you see her? What? When you looked into their eyes, did you see her? Then where's Peter? What have you done to him? It's not time yet. He waits. Stop messing with me or what? You kill me. Killing is always the solution, isn't it? You're far too weak, too scared. What are you doing here, Private? It was me, sir. What was? Elijah Five. I was the point man, sir. What are you trying to say, soldier? I led those men into the ambush, sir. Six dead, six grieving widows, nine orphaned children, one negligent soldier. You should have been court-martialed. I couldn't stay. Not after that. It wasn't your fault, Ellis. So weak. I was weak like you once. See this knife? I remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. Weak. Pathetic. I should have listened from the start. That's what set me free. You'll understand soon enough. Так, я начинаю кое-что предполагать. Булет. Вот нет булета. Что ж. А, нет, есть булет, все хорошо. Мы погладим булета. А я не могу. Как я выйду на связь? Да пошел ты в задницу. В общем, что бы здесь ни происходило, я думаю, это прекрасное место, чтобы пока что остановиться и... Отстань от меня! И увидимся с вами в следующей серии. А на этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Мы увидимся в следующей. Всем удачи и до новых встреч.